сети интернет сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как граждане устроили стрельбу из окна многоквартирного дома. Установлены личности участников видеозаписи и их местонахождение. Ранее двое судимых приморцев в возрасте 27 и 28 лет доставлены в отдел полиции для разбирательства. Задержанные объяснили свои действия тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения и принесли извинения за свой необдуманный поступок. В результате инцидента никто не пострадал. Изъято гладкоствольное ружье, из которого велась стрельба. Прошу прощения за вчерашнее событие, стрелявшее из окна, так как находился в адекватном состоянии, в трезво осознаюсь и прошу прощения, понимая то, что неправильно сделал свои поступки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хулиганство. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа или 5 лет принудительных работ до 7 лет лишения свободы. 28-летний фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.